вечер. Спасибо, что пришли в Джазовую филармонию. Сегодня концерт Валерия Нагорного и его квинтета. Валерий Нагорный – тенор-саксофон, его второй саксофон – альт-саксофон Сергей Нагорный, его сын, и ритм-группа в составе Никиты. Господи, фамилию раскакивают. Неважно, когда они выйдут, представят. Значит, Олег Фомин играет на контрабасе и на ударах играет Алексей Шихов. Известные музыканты, вы все знаете, если за джазом следите. Сергей Нагорный появляется здесь раз в году примерно и выбирает февраль. Это его месяц. Он родился в феврале, правда, не сегодня, а немножко раньше. Но он всегда старается делать концерт в феврале, как бы отмечая какую-то веху своего творчества. Часто играет авторскую музыку, которая возникает в джазе сегодня абсолютно естественно. Вы, наверное, если следите за джазом, знаете, что сегодня все диски авторские, как правило. Иногда там может быть «Summertime», потом «Leaves», что-то такое, может, напомнят люди, но чаще всего играют свою музыку. Почему это получается? Потому что, в общем, каждый музыкант импровизирующий, по сути дела, маленький или большой композитор. И, конечно, есть мелодии разные. Есть мелодии инструментальные, как у Чарли Паркера, допустим, такие подвижные, но так же, как в классике Шопен, вы же не споете, там быстро, так сказать, какой-нибудь этюд Шопена. Вот есть мелодии напевные, напоминающие какие-то песни фрагментами, а есть мелодии, построенные на ритме. Просто какой-то риф берется, две-три ноты, они повторяются, и джаз-рок, например, эксплуатирует такие методы. Вот поэтому все может встретиться сегодня, потому что идеология Сергея Нагорного – это современный джаз на теноровом саксофоне. И вот я хочу только сказать о том, что тенор-саксофон – это как бы такой представитель вообще современного джаза. Когда возишь саксофон, все понятно, будет джаз. Правильно? Если это симфонический оркестр, будет скрипка. Если духовой, будет труба. А если рок, гитара. Понимаете, все совершенно ясно. Вот саксофон олицетворяет джаз. Поэтому иногда, чтобы не ошибиться, люди пишут в рекламе, что это такое. Я года 2-3 поймал какую-то рекламу на побережье Сочинском, там, Тадера, Торпсе. Всюду была реклама какого-то израильского саксофониста, в котором он был представлен как лучший саксофонист там, Средней Азии и Малой Азии. И было написано внизу крупно: «Это не джаз, это музыка любви». То есть человек хотел, чтобы его не ассоциировали с джазом, а он с саксофоном там. Знаете, не бойтесь, люди, приходите, этого сложного, запутанного джаза не будет. Примерно так предупреждают. Но я, конечно, сфотографировал это, потому что это, конечно, замечательно придумано. Я должен сказать, что саксофон не сразу вышел в дамки в джазе, потому что вначале была такая музыка непритязательная и танцевальная, а саксофону надо прислушиваться. Потому что, прежде всего, это инструмент лирический. И саксофон звучит как мужской голос. Особенно тенор-саксофон по тембру – это такой баритон мужской. Это виолончель симфонического оркестра. Это инструмент, на котором высказываются. А высказываются о чем? Это Нагорный сам вам скажет. Мне вообще очень нравится представлять музыкантов, которых я потом сижу и слушаю, потому что я не знаю, что будет играться. Да, будут свои композиции, написаны по какому-то поводу как-то. И, наверное, на сцене появятся все так не сразу. Никита Арефьев сразу сядет, да, ритм проявится. А вот Сергей Нагорный появится, по-моему, во второй или в третьей пьесе. Вот так. В программе там все договорились они, и есть драматургия, который человек выстраивает, зная, что у него сегодня сольный концерт. Так что это не просто джем, а подготовленная для вас и рассчитанная на ваше понимание настоящая джазовая программа. Давайте встретим музыкантов аплодисментами. Валерий Нагорный.
саксофонный. Добрый вечер, уважаемые зрители. Очень рады, что вы пришли к нам на концерт. Что такое концерт? Это в переводе с итальянского соревнование. Но это соревнование имелось в виду, что в какой-то ограниченной пьесе, произведении. А у нас концерт как-то развивается не соревнование, а спектр таких разноплановых пьес, композиций. Все пьесы написаны мной, за исключением одной, но не дальше. По ходу концерта я буду представлять еще участников. Начинаем нашу концерт, начинаем свою программу квартетом. А Владимир Борисович представился? Нас нет. У рояля Никита Арефьев. Он преподаватель Института культуры и отдыха, как я его называю. Много чего там ведет. Потом контрабасе Олег Фомин, свободный художник. За плечами у него Ленинградская консерватория. У меня друг живет в Мексике, работает там в оркестре. Он закончил Ленинградскую консерваторию по классу контрабаса. Он говорит, когда показываешь диплом, что Ленинградская консерватория по классу контрабаса, их принимают без прослушивания. Вот такой вот рейтинг. Олег Фомин. По барабанам Алексей Шихов. Он тоже преподаватель, старший преподаватель Института культуры. И вот это все, университет. И везде играет, где его только приглашают. Мой любимый друг и барабанщик. Всегда все концерты мы играем вместе. Ну, дальше я буду представлять других участников. Вот, начинаем мы свою пьесу с пьесы, которая посвящена уходящей зиме. Остается неделя, там Масленица, и уже будет весна. И вот у меня афоризм к этой пьесе. Пришла весна, набухли почки, и печень тоже барахлит. Вот, а называется она «Узоры на окне». Hello.
реаниматоры веселые. Когда вот писал программу, то думаю, вот что было бы, если бы писали слово аниматоры, счет две буквы «Ре». Веселые. Следующая пьеса у нас такое синтез. Пробу соединить классическое академическое пение с джазом. Для этого я приглашаю нашу вокалистку, украшение нашего сегодняшнего концерта, Анну Комкову. Анна является заучем в одной из центральных школ искусств, где работают прекрасные педагоги. Конкурс очень большой, потому что мест мало. И вот так вот она ведет там хор, сольфеджио, зауч и академическое пение. Пьеса называется «Ноктюр». Что такое «Ноктюр»? Это вечерняя песня в переводе. Но чаще это инструментальная пьеса, но реже вокальная. Так что вот вы сегодня еще и послушайте, как «Ноктюр» звучит вокалом. Итак, «Ноктюр».
Обед приготовила. Потом я пошла к Сидоровым. Там они были гости. Я им спела. Вот это правильно. Я их тоже недолюбливаю. Так, следующая пьеса у нас называется «Постоялый двор». Thank you.
Следующая песня, пьеса, имеет двойное значение. Первое значение — это из области электротехники. У меня друг электротехники, как-то я услышал его такую фразу, запомнил, хотел посмотреть, как она, что она означает, так ничего не понял. Такой технический термин. А второе вы значение, наверное, знаете. А пьеса называется «Сдвиг по фазе».
большое. Перерыв 15 с половиной минут. Мы готовы начать второе отделение. Спасибо. Я очень рад, что вы пришли сегодня, потому что музыка очень интересная. И Валерий Нагорный, конечно, прекрасный композитор. У него очень мелодичные темы, они очень тонально и интересно организованы. И вообще, вот это некая смесь хард-бопа, скажем так, то, что они играют, называется хард-боп, но немножко есть влияние того, что в джазе назвали стилем кул. Когда мы не просто играем попеременно, а мы организуем какие-то, вдруг такое, вдруг так, вдруг здесь несколько тактов, потом вдруг резкий переход в тональность другую. Как это так выстроено, иногда даже не поймаешь. Вот в этом-то и есть интрига, что вроде как можно схватить мелодию, она доступна, и в то же время у нее есть какой-то свой интерес, свои какие-то повороты. Вот это называется музыкальная драматургия. Конечно, что это очень серьезно, такие серьезные, важные люди на сцене, верно? Но душа-то лирическая, это мы чувствуем, и, наверное, это приятно. Мне очень нравится музыка Валерия Нагорного, я считаю, что зря он не записывает это на пластинке, хотя я понимаю, что сегодня это финансово провально, но опыт показывает, что даже редко выступая, музыканты, если запишут там 300 дисков, ну за 3 года можно продать и окупить, но деньги меняются, и потом их нет. Но, как нам советовали, денег нет, но мы держимся. Вот, поэтому жаль, такая музыка. Вот я бы пластинку ставил на радио, я показывал бы рецензию, бы на нее написал в музыкальном журнале в каком-то. Вот, но у нас в городе музыкальных журналов нет, но есть какие-то все равно в интернете средства, которые могли бы это распаковать и показать, что музыканты есть замечательные, которых люди не знают. Вот вы знаете, вы пришли, или если случайно зашли, значит запомните, что такой человек иногда выступает. Узнайте, где график. Ну, в общем, каждый, кто любит что-то, он за этим следит. Это понятно. Я очень рад, что вы сегодня встречаетесь с такими музыкантами. Я по отдельности их всех знаю. Вот, и когда вижу, как складывается ансамбль, мне все становится понятно. Конечно, это типичный квинтет современного джаза. Начинателями этого были такие знаменитые ансамбли, как Jazz Messengers Arthur Blakey. Помните такое время, допустим, когда это начиналось так похоже чуть-чуть на блюз, немножко с блюзовыми нотками, но очень просто, диалог, вопрос-ответ. И составы, 2 дудочки и ритм-группа. Но здесь 2 дудочки не труба, саксофон, не труба, там тромбон, а 2 саксофона. Все равно дуэт 2 духовых инструментов и ритм-группа. И каждому дают поиграть. И каждый музыкант убедителен в том, что он играет. Он подчиняется этой музыке и свободно в ней себя чувствует. Вот если мы чувствуем эту свободу, мы понимаем, джаз, да, это знамя такой индивидуальной музыкальной свободы. Но в то же время еще и дисциплина коллектива, организация общая. Да, мы свободны, но мы сейчас как друзья, как влюбленные в эту музыку люди, делаем общее дело. И джазовый коллектив – это всегда дружба, это всегда понимание. Это музыканты симфонического оркестра могут не дружить, могут друг с другом даже не общаться. Там все равно делают все дирижер и ноты. А тут важно чувство, общее чувство. И я понимаю, что сегодня зал чувствует то, что происходит на сцене. Я этому очень рад. Приходите в джазовую филармонию, когда вам нравится какая-то программа. Заметьте и запомните. Я приглашаю музыкантов на сцену квинтет Валерия Нагорного. С чего начнется и чем закончится, я не знаю. Но они уже на сцену. Благодарю. Никита Орехин, фортепиано. Сергей Нагорный, альтосаксофон. Алексей Шихов с ударными инструментами, Олег Шумин, контрабас. И главный атаман Валерий Нагорный. Дорогие друзья, а мне хочется поприветствовать еще Владимира Борисовича. Кстати, это моя любовь со 2-го курса. В 1975 году
Ленинградский технологический институт имени Саида проводил устный журнал. И я впервые его услышала. Он нам рассказывал об Иисусе Христе. Вы знаете, я уже ему сегодня призналась, что я до сих пор, когда звучит по радио передача у Патефона Владимир Фейертаг, я его с удовольствием слушаю. Владимир Борисович, от всей души, с любовью. Да, много чего наговорил я. Начиная с 66-го года я работал в Ленконцерте лектором, музыковедом. Знаете, что это такое? Это перед концертом выходишь, за тобой артисты. Артистов, рокеров и джазменов тогда было очень мало. Я работал с магнитофонными лентами. И у вас есть магнитофон, тогда я приду, поставлю, что надо будет слушать, я объясню, что это такое. Да, вот допустили меня на такую работу. И знаете почему? Потому что академические музыковеды не считали это музыкой. И когда заявки поступали от студенческих клубов, от кого-то говорили, вот джаз. Ну, скажите что-нибудь про джаз. Никто ничего не мог сказать. А я смог. Мне повезло. И у меня теперь цветочки есть. Спасибо. Продолжаем наш концерт, второе деление. Начинаем с пьесы, которая называется «Забытое поручение».
Thank you.
Следующая пьеса – это «Босанова». Называется она «Знакомое чувство надежды». Сначала она была задумана как вокальная партия без слов, но она придумала слова. И лучше она сама расскажет, о чем эта песня получилась. Да. Ну, начать, наверное, нужно с того, что как-то однажды подходит ко мне Валерий Сергеевич и спрашивает, а вы не могли бы написать слова к песне?
Я говорю, конечно, нет. Ну, в общем, так и получились слова. На самом деле было так, но если серьезно, то композиция о самом приятном, о нежном чувстве, которое каждый из нас когда-то испытывал, и мы так в душе надеемся, что еще раз его испытаем. О любви, конечно. Snowflakes fall from the sky. There's a beating of hope, gives me light. Light of my great love, let it please from your eyes. Light of my great love, it lives in me. And long since the snow will win, snow win.
Самая известная пьеса, наверное, из репертуара ансамбля Дэйва Брубека. Называется она «Take Five». Играем на пять. Это как бы тема сегодняшнего нашего концерта. Мы старались, играем на пять. Но это еще не последняя пьеса. Мы сыграем как на пять, а потом попробуем еще. Так, «Take Five», Пол Десмонд.
Thank you.
если потому что концерт затянулся, у нас еще есть, конечно, что поиграть. Хотите, мы можем продолжить. Да? Хорошо, вам сами напросились. Владимир Борисович, это последнее, потом прошу вас на сцену, как бы, все это закончить, безобразие. А следующая пьеса называется, моя, называется она «Каталея». «Каталея» — это цветок, но я не это преследовал, когда думал о ней. Это из кинофильма «Коломбиана». Там, значит, маленькая девочка, у нее семью убили всю мафия. И она посвятила свою жизнь мщению. Она стала киллером. И звали ее Каталея. Вот придете домой когда-нибудь, посмотрите этот фильм «Коломбиана». Он очень легко смотрится, такой триллер, боевик. Но мне понравился. Остросюжетный. И вот эта вот пьеса «Каталея». Характер ее как бы. Thank you.
Но она победила. Владимир Борисович, мы закончили. Просим вас, чтобы как-то вы это все подвести черту. Всему этому. Спасибо. Друзья мои, эту команду собрал Валерий Нагорный. Замечательная Анна. Здравствуйте. Никита Орехин. Здравствуйте. А это следующий Нагорный. Не беспокойтесь, они будут музыкантами. Это семейное насилие, которым мы якобы боремся. Олег Фомин. Ударные инструменты, без которых не можно. Шлинга, естественно. Можно, да? Мы остановились на барабанщике. Алексей Шиков. Сергей Нагорный. Среднее поколение. Валерий Владимирович, старшего поколения. Анна Комкова. Я понял. А вы поняли, что вам не уйти? Давайте, девочки, снова. Мы с вами прощаемся. Спасибо, что вы приходите в джазовую филармонию на интересные концерты. Дай Бог вам хорошей весны, здоровья и хорошей музыки. А музыканты могут продолжать, если хотят и хотите. Мне считается, что чем ближе к ночи, тем лучше музыка. Вот может быть так. Поэтому давайте приблизимся к полуночи. Транспорт у нас работает прекрасно, реформа транспорта уже сделана. Все замечательно. Валерий Нагорный. Спасибо всем, кто приходил сегодня. Спасибо. Музыка. Последняя пьеса, которую мы заканчиваем концерт, это стандарт. You stepped off your dream. Ты пришла из мечты, из сна. Come on, baby, smile like
хорошо. Спасибо большое. Все хорошее, когда не заканчивается. Правда? Спасибо вам за теплый прием. До новых встреч. Пошли вам прием. Спокойно. Спасибо. До новых встреч. Артем, спасибо.